Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передала, хоть и обещали. Вы замечательный мотиватор, спортсмен и актер. Вас действительно любят в России. Но ваше обращение основано на какой-то другой, придуманной реальности. Так часто бывает в кино. Но правда о том, что было, Арнольд, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее Ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили пули и мины украинской армии. И реальность в том, Арнольд, что ваш терминатор не только не защитил, не помог, не спас детей Донбасса, но даже не прочитал их писем и не разобрался. Господин Шварценеггер, я с 2014 года больше 20 раз побывала на Донбассе, в самых горячих и страшных местах. Я посетила более 120 школ, пообщалась с тысячами детей, провела больше сотни детских спортивных мероприятий. Хотя я обычная русская девушка, а не железный бесстрашный воин-терминатор. Вы рассказываете в своем обращении о вашем отце, который не любил русских и который в рядах нацистов пришел с оружием на мою русскую советскую землю. Вы говорите о том, что на Украине нет нацизма, и о президенте еврее. И о том, что русские бомбы сейчас якобы уничтожают Украину. Арнольд, иногда очень сложно разобраться, находясь в тысячах и тысячах километров от нас. Но у вас же где-то с 2015 года лежат те самые письма и фотографии. Да на самом деле вы могли просто приехать и увидеть все лично. Вы же смелый человек. Если приезжали, например, к американским солдатам в Ирак, учили их тренироваться и поддерживать форму во время операции «Буря в пустыне». Я не спрашиваю, Арнольд, что делали тогда ваши военные в Ираке и зачем вы его разорили. Наверное, вашему правительству виднее. Но я хотела бы напомнить вам, один раз ваша семья уже была обманута нацизмом, и ваш отец пришел с оружием на мою родину, убивал и калечил моих соотечественников. Именно эта ошибка была причиной вашего бедного детства. Именно из-за этой ошибки ваш отец не любил русских до конца жизни. Гитлер тогда получил по заслугам, но спустя столько лет его идейные наследники опять поднимают голову. Я хотела бы напомнить вам, что когда-то и вы сами восхищались Гитлером, в чем потом долго раскаивались. Но те, кто на Украине восхищается пособниками Гитлера, такими как Степан Бандера, далеки от раскаяния. Захватившая власть на Украине бандеровщина крушит памятники советским воинам. Улицы украинских городов называют именами нацистских преступников. А народу Донбасса, который был не согласен с государственным переворотом, объявили войну, которая за 8 лет унесла более 14 тысяч жизней одних только мирных людей. А то, что господин Зеленский, как вы говорите, еврей, им не помогло. Нацизм не имеет национальности. Нацизм – это не от слова «немцы», а русофобия – не лучше антисемитизма. Помните, как во второй серии «Терминатора» в «Судном дне» ваш герой отправляется в прошлое, чтобы не допустить создания Скайнета, который будет виновен в гибели человечества? Специальная военная операция России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский Скайнет, который за эти годы полностью подчинил себе Украину и вот-вот мог превратиться в неуправляемого монстра, опасного для всех соседей, не только для нас. Господин Шварценеггер, найдите и перечитайте те письма, которые дети Донбасса писали вам в далеком уже 2015 году. В самое ближайшее время я снова собираюсь посетить школу Донбасса. Арнольд, я уверена, там не страшнее и не опаснее, чем в Ираке. Я приглашаю вас увидеть все своими глазами. Не вставайте на сторону Скайнета, Терминатор. Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками?